голову нормально. Ну вот мы с Иваном и летим. Потелочек, потелочек. А вон Димон спереди. Я не знаю, включилась, не включилась она. Ты хочешь тоже наверху, чтобы остаться? Просто делька там, понял. Так, иди не летай тут возле меня. Ебать, стрёмно так. Полетіли туди чи вниз, чи що, там же ждатимуть, якраз над каньйоном. Єбать! Да, блядь! Аж душа-то розкриється, то закриється. Піздец. Ще й шнурки, сука, этот, скреплять, блядь. А, вони типа верта там хочуть заделувати. Там ролик такий, пластмас, ну, железний ролик. Та-да, вітер. А? Погода щось висить, якщо так. Тут жити, по-моєму. Со мной учиться не надо. Со мной надо летать хорошо. А це хуйово? Та ні, він же поїхав делькою, поняв. Поїхали вниз, я хоч пролетю над каньйоном нормально. Щось Тулик швидко опустився туди. Це не таким жиром, блядь. Що тут нас підніме стопудово? Там? Да. Ты дивись, у ту хуйню не залітай. Толик балака с нами? Да. А где он? Ну, сказать ему балака, чтобы мы вылетели, пролетели крест. Так он же балака с нами. Так я мне не хочу бросать Иванды. Давай, давай, я скажу. А де він нас там бачить? Тут горлишко, там де... О, я вас вижу. Що ти кажеш, то горлишко? Ну там горлишко, де весь сонце починається, то горлишко називається, помню. А то там аж він. Там, ну, смотри, ти видиш його крило, де-то он там. Ні, ну там нанизу вже, там ніхто не літає. Ну там де-то там. Мы туда летим.
Ні, так класно, короче, летиш і так спокійно, поняв, не дергається, не дергається. То а там і ззаді. Кіліпають, коли вдоль скали йдеш, а потоки вітру. Ну так, бух отак, а тут так плавненько. Когда вот пытаешься высоту набрать, то самое херовое. Как кидает, швыряется в сторону, Ну а завтра полетишь из Ритою. Ну так а что, ну надо же как-то с тем же летать. Не, ну так каждый день по очереди, каждого, оно же лучше приедет. Тем более в такую погоду привыкать надо. Ну то так летиш і то якось це, та як там подивишся, що крутять, то піздець. Я можу тебе крутанути. Не треба нахуй крутити мене, блядь. Не треба. Диви, тільки місяць этот літає, блядь, і вже крутить він забрав за мене, блядь. Хоча б там захоронили мене, блядь. Не, ну на этой сидушці набагато. Набагато лучше. Не, ну ноги чуть-чуть подавлює. А так нормально. Главное, чтобы живот целый был, блядь. Сейчас не давит нигде. Не, ну у ноги чуть-чуть там, понял. Да, веревка передавливает. А оно на солнце нагревается, потом гнило боится, да, наверное? Нагревается на солнце, и поднимается вверх. И за счет этого парапланы, ну, когда они прилетают, красиво, что там есть. Я на камеру выключу, потому что... Раз нажать?